растет таки на таких грядках, растут хлопок, растет. И вот смотрите, это называется курак. Курак — это зеленый хлопок, вот такой коробочки он растет. А когда он открывается, такая коробочка. А ну покажи, Галя. Целое поле пока. А ну. Давай, Ри, показывай. Ага, вот. Из коробочки все. Вот так. Где открыто, везде собирают. Сейчас покажем, сейчас покажем, да. Ой-ой-ой, надо пойти, как они сдают, показать. Мы как раз приехали когда-нибудь сдавать хлопок. Люди собирают это. Ага, о, там много хлопка. Салам алейкум. Видите, хлопок. Сейчас сдают. 15-11. Весы. 15-11. Сколько килограммов? Я кинегам. По очереди. Вот становится в очередь, чтобы взвесить, несут. В мешках, а раньше было в фартуках носили. Хорошо, давай, вроде. Сейчас. Очередь нехта, очередь нехта. Говорит, давайте будем красивые, выйдем, да. О, пахта. Ава, видео цветное. А вот такие фартуки. В таких фартуках и я раньше собирала хлопок. Видите, вот одевается, взвешивает. Там парень принимает и сыпет. Что говоришь? Фартуки вон там собирайтесь. Вот, вот, да? Ага, сейчас покажу. Сейчас как раз у них обед. Они идут все на обед идут. Ага. Салам алейкум. Ой, да. И солнце печет, и ветер холодный. И не поймешь. Ой, упал. Упал. Лайкутерес. А? Неш килошат приблизительно. Сколько? 20 килограммов, наверное, где-то будет. Кунде сюйтып жинайсыз. Хас түс болды ма? Аухат жейсіз ба? Обед, говорит, сейчас. Салам алейкум. Пахта жинаватсыз ба? Көрсетті жағын ма? Фартук менің қалай жинайды, да? Келемен деген жоқ еді. Қалайсылар? Тердіңіз. Сейчас покажу. Вот фартук, вот не успели показать, как они собирают. Вот так в фартуке собирают хлопок. Тяжело, говорит, собирать легко, а вот донести тяжело. Сейчас вам покажу поля хлопковые. Кто сколько собрал. Эти грядки еще не собирали хлопок. Вот сейчас вам покажу. На кусте хлопок вот так вот растет. Вот так собирали, я помню. Я когда после 8 класса нас посылали на хлопок с ночевкой, с раскладушками. И мы собирали вот таким образом. Колет вот этот вот. Коробочка, когда раскрывается, высушивается, и вот колет вот в этом месте. И руки были до такой степени обдертые. Так,
Мы в школе, нам давали вот так по два ряда. Собираешь быстро-быстро, одной рукой, второй рукой. И идешь вот так вот. Целое поле. А впереди нескончаемые грядки. И так нужно было собирать. Для меня это было ужас ужасный. Мне было очень сложно собирать. Ну, собирала. Ну, и больше 30-50 килограммов я не собирала. Ну, потому что сначала комбайн шел, а потом уже мы. А после комбайна что можно было собрать? Конечно, если бы перед комбайном, то можно было и больше 100 собрать за день. Ну, вот такие вот поля у нас. Видите? А потом брали... Сейчас вам покажу. Вот видите, сколько хлопка. Я соберу, сюда положу, может, кто-то возьмет. Вот так вот брали. Вот так этот курак мы брали. А здесь, допустим, две грядки мои, две грядки Танины, две грядки Юлины. И так весь класс становится. А мы брали такой курак. Раз, ударишь и наклоняешься, собираешь. А в это время он встает и думает, кто же кинул? Начинает другого. И начинается друг друга. И вдруг увидят бригадир или еще кто-то, очень сильно ругались. Но мы были лишь детьми. Поэтому всегда бросались этими кураками, я помню. С одной стороны, конечно, это было и хорошее время, когда весь класс дружно. А с другой стороны, было и очень тяжело. Ну, для меня, например, было очень тяжело. Вот так мы собирали хлопок. Видите, как поля хлопковые. Вот так, когда было хлопка много, мы называли льется, выливается. Видите, целое поле. Все белое. А с этой стороны уже собрали. И оно черное. С этой стороны вот собрали. Нигде даже белой ваточки нет. Все собрали. Вот так собирается хлопок. Вот этот еще весь курак стоит. Видите, весь зеленый. Он еще будет открываться. Такой вот. Птички поют. Сука, много воробьев. Так. Вот, смотрите, видите, у кого-то день рождения, наверное. И вот видите, это уже розы кто-то подарил, розы. Вот это кто-то отмечает день рождения на хлопке даже. Потому что... От... Даже здесь, да, цветы дают? Молодцы какие. Цветы дарят. Посмотрите, розы на хлопковом поле. Высыпаете жучком и обратно дают, видишь, вот обратно дают. Ага. А он уже после обеда, они сейчас опять будут собирать. Целую тележку набрали, а к вечеру еще. Да. Фартуки освобождает. Угу. Это целая тележка уже будет. Ага. Будут трамбовать, да. И будет, а вот эту тележку будут закрывать сетку. Другую привезут. Да. Наконец-то я вам покажу, что такое джигл-дык и что такое джида. Вот это джигл-дык. Оно очень маленький, видите, еще он не спелый, потому что будет спеть попозже, когда морозы будут. А вот это джида, сейчас вам покажу джиду. Вот такая крупная, это джида. Сейчас я вам еще на дерево, вот это само дерево, лох, может он по-русски называется, не знаю. Вот на нем такие вот ягоды. Вот. Тоже они будут, поспеют, когда будут морозы. Очень вкусные они. Сейчас Галя вам покажет. А! Менгликель, да? Ага, сейчас идем. Ага, Менгликель аж приехала. Давай. Да, еще родственники пока... собираются, да? Мороз, когда будет сильный мороз, тогда угу. Уже можно кушать. Ну, а ну показывай. Ага. Вот, открой внутри одну. Ну, сейчас можно, да? Можно кушать? Да, да. Да? Можно. Уже можно? Да, вот, так... да, вот такое выбрасывается, а, уже... ага. И это кушать можно. Шкарлупа выбрасывается, кожура выбрасывается. И так... Галя, покажи сначала. Сразу в рот. Скажи, давно не ела, да, хочется быстро попробовать. Вот так вот, 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 открывается. Вот, надо... открывается. Вот, надо вот такое показать, видите, вот оно. И очень вкусное. Ну вот. Видите, какое. А теперь сравним. Держи вот так. Теперь сравни это с джиду, с джиглдушкой. А это косточку выбрасывать. Подожди, покажу, давай. Подожди.
Ага. Вот эта косточка выбрасывает. А теперь... Это чистится, это это. Да, теперь покажи джиду, где, куда ты делаешь эту ветку. Ага, давай сравним вот эту ягоду. Джиду с джигалдышкой. Пусть посмотрят, какая разница. Ага. Посмотрите, большая, крупная эта джида, а джигалдышка мелкая. Ой, уронила. Ой, вкусная. 100 лет я не ела, мне кажется, джиду. Вот такая джида. Наконец-то я вам показала, что такое джида. А вот же, смотри. Угу. Ну вот, видишь, на ветках очень много этой джиды. На базаре ее много продают. Угу. Камыши вот метра 5, наверное, вырастают. Посмотрите, какие высокие камыши. Все родственники за нами приехали. Куда мы туда? Да, мы сначала к ним, теперь они все сюда собираются в ауле. Место встречи изменить нельзя, Галя. В ауле все встречаемся. Менглиапа приехал недавно, к ней в гости ходили. Вы видели уже у меня видео. И Азамат с нами ходит. Его кушать надо с чаем, как вместо конфеток. Сладкий. Сладкий такой, да. Хурма варма. Хурма? Пикник тебе, да. Каяк-то. Сюда хурма вара, да? Не дейде сонда? А, это этот. Финик, финик. А, финик, финик, финик. Финик это. Ну, тоже. Я? Финик шерде, усима. Успит он? Нет. А, я же говорю, не весь. Да, похоже, говорит, на вкус финика. Похоже, говорит, на вкус финика. Нет, финик другой вкус. Они не здесь растут, в Украине растут. Где они, сэки? А, похоже, да? Ну да. Немножко, похоже. Ну совсем не похоже, мне кажется. Да. Вкус, конечно, не другой. А, это этот шелковица. Она была, тут агаши, да, был? Ава. На щелк, диме, не выйдет, ава. Шелковица. Щелк. Шелковица, дедушка. Шелкопряды, черви едят листья шелковицы и делается шелк. Сделали шелко? Ага, ну да, шелковица, блин. Расскажи, говорит, что здесь шелкопряд кормят этим. Дух файда этот. А? Адамга, не, настроение. Какой-то реда? Ага. Шелковица, говорит, настроение поднимает. Поднимает. А, шелковица, говорит, если нет настроения, приходят люди и поднимают настроение. Вот еще родственники собираются. Ассаламу алейкум! Да, это моя подруга. Родственница и подруга, мы с детства с ней всегда игрались. Когда я маленькая была, в аул приезжала, мы всегда игрались, да? Да, это моя подруга. Я в аул, когда приезжала с папой, с мамой, и все время с ней мы играли здесь вместе. Это самая любимая моя подруга здесь была в ауле. Да. Вот, не виделись много-много лет. Не виделись, да? Ой, сидишь, папа-ма, А вот Асара — это старшая дочка у Симбаяги, моя подруга, а это младшая. Тляхан, младшая. А это сын Кызымба? Это дочка Гульзира. А это внучка, да? Малина. Ой, маленькая какая. Баласы бар, ойнап жүр, Арслан. Арслан. О, үші бар, үші бала. Жаңа күйеу бала ғой, жаңа сіздің қасыңыз сөйлеп тұрған, а? А, понятно. Ага. Қоңырат Ақшолақта тұрады бұлар. Қыдырып келді. А, Қоңыраттан? О, издалека приехали, с Қоңырада. Приехали. Услышали, что гость. Арслан.
Сенің бала? Ала. А, вот это еще сын есть, да. На қызы. Да, это дочка и сын. Тоқтаптыр, давай, говори. Еще есть, еще 10, вообще в семье 10 детей было. Камал сеет Камал. Есен, Оспан, Бахадыр, бесеу. Да. Қызлардан Айсара, Бипсара, Сапура, Саятқан, Тілләхан. Тілләхан, да. А это дети чьи? Кімнің баласы? Мынау? Да. Оспанның баласы. Это Оспана дети. Мынау келінші Оспанның. А это невестка Оспана. Атын айт, атын. Рамиза, атын айт. Бахтияр. Бахтияр, үлкен баласы. Ага, это старшысы. Ол екінші баласы Руслан. Руслан. Мектепте очень приятно. Қызы бар үшінші. А еще девочка есть. Столько много, что я не запомню, но хотя бы через видео буду потом, да, изучать. Түрім, түріме сауы. Я сұғып тұрған бол шайнекті тұтып тұр. Не, жүгәрі күртек бола ма? Ауа. Покажым вам жүгәрі күртек как делается. Ауа, ничего. Ничего. Ей ма? Берется от мука, от жүгәріне, я вам показывала, как она растет. Сұғып сөйтемісті, харимыз. Қарт болмен, мұшылаймыз, қолымыз бенен. Құртық болады. Көрсетеміз, покажым. Вот пошел сразу запах жүгәріный. Кипяченый воды. Да, надо кипяченой воды. Сейчас на костре вот воду. Қайнаған су, да? Қайнаған су құясы. Да, кипяченая вода. Я переводчик. Галя, давай, Галя, переводчик здесь. Вот помощников сколько... Ой, помощников сколько сидит, видите? Вначале вот муку делают, это бидай, да? Ярма бидай, ярма не да, жугарин. Жугарин, жугарин. Половина жугаринной муки, половина пшеничной. Ярма. Половина на половину. Кипящей воды налить. Ага, налью кипяченую. А это? Жугаринная только каракалпаки такая есть, жугаринная. Это блюдо готовят только каракалпаки. Это не, жугара не растет нигде. Только в каракалпаке растет, да? Национальное каракалпакское блюдо. В Казахстане его нету жугарина. Нету, да? Нет, не растет. Только здесь это растет. Вот так покажем. Вымешивает. Да. Только это еще один сын приехал. Айбек, да. Салам алейкум. Салам. Вот, да, все родственники собираются, да. Салам алейкум. Қалай денсаулықтарың? Жақсы, жақсы. Сара. Әбдіжамалаттың айжағам деп айтты? Айттым? Айттым ба? Қалай айтты айжағам? Кішкентай қызынан ба? Ауа, Любаман. Қалай үйшілерің бәрі қызылар сау ма? Ауа, барлық жақсы, жақсы барлығы. Сәлем айтып адырды, сәлем, да. Все киевские передают привет. Варится бульон из индюка. Только что зарезали индюка. И вот морковка. Видите, желтенькая морковка, помидоры. Все здесь. Болгарский перец. Все это варится. Бульон у нас. Вот. Показывает. О, о, индюк. Индюшадина. Вот. Морковка. Вот самое главное, желтая. Да. Такой блин вкусный. Это все с огорода, все свежайшее. Тесто приготовить. Да, приготовили тесто, да. Потом чуть-чуть масла. Масло курсит. Вот так. Берется. Хлопковое ма? Шимшка. А, подсолнечное масло, да. Угу. Так, потом по чуть-чуть, так сделаем, вот так, так, готово. Так, толщину покажи, не да, толщина не диде, Қарғалпақша? Як, на, несін. Қал, жоғасын, қалын ба, несін көрсетін. Жоқалау, қалын емес, жоқалау. Мен қой.
Надо не тонко, не толсто, чтобы было именно вот, так, да. вот такой толщины, видите, чтобы все красивенько. Будет как так. Да, чтобы как пуговички были. Да. Угу. Не большой, не маленький. Нормальный вот так. Да, чтобы средний был. Айсара курсетина. Холестиваться. Курсет. Ага. Шуэры куртык. Тойларда. Конак келгенде. Когда гости приходят, да, когда, говорит, на свадьбы делают этот жугары куртюк. Конахларга мне жугары куртюк истеп тартамыз. Так делаем. Халпсопа. Ага. Куриный, индюшиный бульон делаем. Лепешечки такие делать, сейчас все будут помогать. И я буду сейчас помогать. Халпазген депсит. Гала говорит, делай, говорит, тоже. Галя говорит, ты невестка, иди сюда, тоже делай, говорит. Платок как Галя, урамал жоп. Ай, давай. А вот, дурсайтас, да. Надо, говорит, платок одевать. А, дурс. Галя, иди платок одевай. Говорит, да, перед нами, говорит, обязательно должна невестка в платке быть. Угу. Видите, все... Все дружно берутся за дело. Да. Ауа. Привет, передай, я. Ауа. Вот сейчас Гали платок одену. Конечно, чтобы волосы в тесто не попали. Да, конечно. Так как Галя невестка, ее, да. Маган Мурамал керегемес пе? Маган. Я? Неге маган керегемес? Девочка. А мне говорит, нельзя, ну, мне не обязательно, потому что я девушка. Да, да. А это Галя у нас невестка, поэтому говорит, надо. Да. А я, да, дочка Шраза, поэтому мне не надо одевать. Ну, если бы тесто делала, то. Ауа, дурс, да. Галя у нас настоящая каракалпакская невестка, она умеет все. Чистый каракалпак болды ма? Ауа. Галя все знает. Да. Корову дует, да? Ну, у нас не было коров, не знаю. Ага, уже быстро так, раз. Это вот, чтобы оно не прилипало, вот этот руки надо. Жарсвайда, солга жарсвайда. Оно не прилипает. Майра бояда, да. Ушить сын. Поэтому масло сделаем. Ушить слизин. Ага, понятно. Рахмет. Я переводчик. А вот, да? Русский язык мы валим. А вот. Киевский бикешлерге Алмагул кишесінен сәлем. Кімнен сәлем? Атың сайды. Алмагул кишесінен сәлем жоллайман. Абжамалаттенің кеншегі. Кішкентайызға, Галаға рахмет, Қыдырке батыр. Мне мехман болды. Привет и нам спасибо, говорят, что приехали. Рахмет, хаймеге. Спасибо всем, говорит. Тамара, Света, привет. Зоя передает. Ну, а ты все кому, а бегишь ли ты? Нельзя, говорит, говорить имена моих сестер, да, потому что она невестка старшая. А бзет, холтер нох мне. Ауа, ударник. Ударник труда у вас. Ауа, толтер даже. Полный, говорит, сделали. Здесь вот маленькие.
бегают. Ала, ала, мен сөйлеп алайын, сонан кейін кіргізсің. Сөйлемедің бе? Біздің үйге ауқатқа. Ауқатқа? Ала. Білмеймін. Ауқатқа барым біздің үйге. Приглашады себе домой. Он молодец. Майсок бар ма? Я майсок жоқ адам. А онда бармаймыз. Ай, соны ойлап мен кеше қалада бірден ашып жоға алып едім ау. Істейміз, нөксте істейміз. Ала, хорошо, майсок еще покажет, как делает майсок. Рахмет, рахмет, приглашает. Ал, біздерге қыдырып келді, рахмет. Енді атаны, апаны, Гүлжамал кішемді есіп, жағанды көруге, сәлем беруге келіп атырсыз. Рахмет, зиратларыңыз қабыл болсын. Біздің ояқтағы кім? Галя, сыңлымыз, Кюбалаға, Светаға, Тамараға. Рахмет, бәріне. Привет, передай. Хорошо, передам. Тетя, да, привет, передает. Бәрде жадырып, ашылған гүлдей. Сен келсем айланып, құлқыды өнгендей. Лала гүлдей дола, масаң алдында әй. Сенің әр келгенің, бәр келгендей. Сенің әр келгенің, бәр келгендей. Бүйтіп кеуін жұлдыз, ларым дос болмас. Сен келсем айланып, әргіз қыз болмас. Сен келсем айланып, күнім қыз болмас. Ай, сенің әр келгенің, бәр келгендей. Бүйтіп кеуіл жұлдыз, ларым дос болмас. Сен келсем айланып, әргіз қыз болмас. Сен келсем айланып, күнім еш болмас. Ай, сенің әр күлгенің, бәр келгендей. Найманның сәсей байлан ярын. Енді келсен күдіріңді үзіп кел. Қиялым басқа ғайау, айлан диярым. Есіме түсе тұрпты. Есіп сені үйлі шықтым далаға. Әсте келдім теңіз бойын жағалап. Күн атса Ой, рахмет.
Айта верің, айта верің. Айта верің. Еще один брат пришел, да. Салам алейкум. А это гости приехали с Хорезма. Атынском, атынс. Азада? А, кюн атыком? А, кюн мас, а атком. Хайна. А? Максут. Максут, вот они с Хорезма приехали в гости. Еще одного брата сидит Камала, жена. Сольная брата? Зульфия. Зульфия, да. Ане, екеуің тұрың, екеуің тең түсірсін. Ақлы, алпамыз. Ане, алпамыз. Алпамыз, алпамыз. Это внук. Сейд Камал. Да. Сейд Камал, я показала, но не сказала, что это Сейд Камал. Да. Родственник, да. Это один из сыновей Усенбаяга. Да, дегерман покажем еще, дегерман, да. Ага. Вот, муку делают. Называется, этот аппарат называется дегерман. Да, это жугара. Вот я вам показывала, как растет жугара. Потом вот так ее собирают, эту жугара. Жугаре. И насыпают. Такими жерновами оно перекручивается и превращается в муку. Вот сейчас покажем, как муку превратилось. Ну, говорит, что это крупно получилось. Надо мелко-мелко, чтобы получилась мука. Жарма. Жарма, да. Каракалпакский жарма. Жарму еще покажем, что или курсит педом. Эре тартлады мне, жарма. Сусуга салып, кайнатып, катып ищеды. Каракалпакский блюдо. Каракалпакское блюдо, жарма. Из кефира, да? Кефир менен ба? Кефир араластырасан, сөйтіп ищесен. Денсаулыққа пайдалы. Очень полезный жарма делают. Мелкие тарцам, он гуртук болар. Ага, да, если мука, тогда делают... Мука, если надо это. Да, делают вот жугары куртюк. Мелкие тарцам, жугары куртюк. Жугарины, да. А ре, большой а это крупный, и делают жарма. Покажем это все мы. Кипр араластырып. Ага, яшы. Рахмет. Ой, бежим. Там только что показывали, как кефир делать. А вот бежим. Делаем жугара куртюк. Ох, вот так, да.
на костре. Получается очень вкусно. Вот так сейчас они будут. Кипит бульон. Перенесли все сюда. Потому что очень много людей. Ага, вот закипело. И сейчас вот они. Вот так вот сейчас. Оп. Именно в кипящее надо ложить. Потому что если не в кипящее, оно не сварится. Вот так. И мешают вот так иногда. Ага. А так слипнется, если не мешать. И дети здесь помогают все. Эй! Не кипит, говорит, подождем, когда закипит. Вот да, ярма, пседы, ярма пспит, вон да. Пседы, да? Ага, я говорю, половина сварится, половина не сварится. Нет, говорит, будем ждать, когда закипит. Видите, не кипит бульон. Ждем, когда закипит. На улице. Ну, сегодня ветер, обычно без ветра. Бурнда нету, у меня чертик по небе. А, понятно. Раньше было, сейчас убрали. Да, Галя, видишь, настоящий костер разожгли. На, мушахларды баяғыда салдық. Ау-ау-ау. Все переходим плавно с того дома. О, тыква такая, посмотрите. Это такая интересная тыква. Сухабак. Сухабак. Сухабак, он маленький. Ага, ага. Это почему? Ну, не, игрушка. Игрушка, да. Сухабак, это раньше воду носили в таких. Вот, вот здесь вот отрезали верхушку. Отрезали верхушку, забирали отсюда семена и делали, воду носили в таких. Но называется сухабак. Су – это вода. Маленькие, детские. Да, это детские. Нет, как кружку использовали. Да, да, да. Оно очень легкое. Оно высушилось, оно стало очень легкое. Музыкальный инструмент, по-моему? Да, болады, болады. Музыкальный болады, ұсыны болады. Как погрим? Дутар болады. Соль қойсаған болады, қатық ұйтсаған болады. Әмесіне болады. Универсальная, говорю. Большие тоже растут? Да, это бывает большие. Это для воды больше. Оно немножко большое бар еді. Оно маленький, да? Да. Сейчас покажем. Так, да, хамарды көрсетем. Жүгері. Да, вот уже на свету вам покажу. Жүгері ждет своего часа, когда закипит бульон. Нет, жүгері. Соны жаңадай тазалайсаң, дегірманға тартасаң, ұн болады, жарма болады. Очень большая работа, да. Жүгері, жүгері. Вот она, кстати, растет, жүгері. Сейчас я вам покажу. Да, я покажу. Тетя Менгли еще нам покажет сейчас, как растет жугара. Вот она, здесь же и растет. Ага, а вот. Бүркіт болады, жағара болады, жарма болады, хамин нәрсе болады. Жаңадай қазамын ауа. Сөйт тегірманға тартасаң, жарма болады, бүркіт болады, жағара болады, хамин нәрсе. Ага, вот так вот собирать. Вот растет метра два такой высоты жугара. Вот. Собираются зерна жугары. Потом мелится, как я вам только что показывал. И мели, очень мелко этой дегерманом мелится. И вот так потом месят тесто, делают жугариные лепешечки. И вот сейчас уже почти готовы у нас жугариный куртюк. Да. А сейчас я вас познакомлю со своими родственниками. Мы с вами, я показывала по отдельности, ну, чтобы понять, нужно всех вместе собрать и показать. Собрать тяжело всех. Ты говоришь, всех собрать. Собрать всех тяжело. Здесь так много людей у нас, родственников. Да, одни придут, другие уйдут. Одни приходят, другие уходят, там, те туда, то сюда, и тяжело собирать. Это если Аксакал скажет, крикнет, все, давай, вот тогда все. Ой. Так, ағайлермен, онда танысырайын да. Знакомят с родственниками.
Самый старший. Генерал. Генерал. Генерал Дюсенбаяга. Дюсенбаяга, дядя наш. Ербай Дюсенбаяга. Абдемалядин. Вот он кейінгі яшыл көніміз. Ербай Абдемалядин. Вот он кейін мне Шразатан баласы. Это Валера наш, да. Вот он кейін Кабулов Бағзамадин. Да, тоже родственник наш. А, мынаны енді басла, мынаның баласы, мынаның баласы, ну, это... Мегляфон бар бұл. Мегляфон бар мекен. Это тетя наша. Это сестра, это брат, это сестра. Мегляпа. Меглебике. Меглебике. Меглебике апа. Сәлем. Одан кейін не? Мак, ортаншы бар. Қыз. Сейт Камал. Самый старший сын. Старший сын Камал жа. Айсара бар мекен қыз. Дюсенбаяғаның үлкен қызы. После Камала Айсара. Камал, Сейт Камал. Камал. Камал, Сейт Камал. Камал самый старший, Сейт Камал второй. Айсара третий. Есен четвертый. Он гутерный. Его руку поднимет. Оспан. Оспан пятый. Кто шестой? Бахадыр шестой. Седьмая. Восьмой кто? Бипсара, Сапура. Бипсара, Бипсара. Бипсары нет. Бипсара, Сапура. Саятхан. А он был в кептуру. Он был в кептуру. Вон, 10 детей должно быть. Кью была, да. Кью. Аман. 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 Аман, это муж. Азамат. Азамат. Азамат нашего дяди, сын, да. Азамата все знают уже, да, мои зрители. Галя, Зоя. Зоя, это твоя жена, говорим, Азамат. Жена, ну Зою еще раз покажем, ну Куси много раз. Алмагуль. А мне хочется туда, это там, Абджамалядин, Абектеги, к чем? Гүлчехраның баласы, Бипсараның баласы, Мұрзылбай, атасы, не, аты? Нұрлыбек. Нұрлыбек, да. Это дочки, дочки сын, да. Мегли. Привет, передай. Да, хорошо. Гүлчехраның баласы, Успанның келіншегі Рамиза. Это жена Успана, Рамиза. Одан кішкентай Бахадырдың келіншегі. Это Бахадыры жена. А бірге-бірге тұра алмай ма? Кімнің жинасы кімі? Бахадыр қызы. Ага, это дочь Бахадыра. Атың кім? Гүлсева. Гүлсева. Гүлсева, ага. Ана жылай мен Бахадыр. Абек Ашықтың баласы. А, сама старшы невеста. Бердақтың келіншегі Гүлчат. Ага. Что, вы не можете вот так соединить? Кто чей муж? Жена. Жена Зульфия. Да. Я так по отдельности знакомил, теперь всех вместе. Гуртук все хотят, да? Ахлак, ахлак. Это внук, внук. Внук, да. А ты кем? Алпамыс. Все, вроде. Ага, да, Берда. А это кімнің баласы? Абек, Абджамаладдиннің баласы. Абджамаладдиннің баласы. Сын Абджамаладдина, и это его жена. Гүлшат. Екінші баласы Ильхам. А это второй сын. Ильхам. Жена Дильбара. Это Дильбара. Разобрались вроде бы как-то, да? Мені білесің бе кімнің женасы екен? Да. Қасында бар отыру керек ауа. Вот, этот, ага, представь хорошенько, мышь. Сюмейся мне на жирне. Горка не пускает. Вот так вся наша... Не вся, у нас еще много родственников. Много-много. Да, много-много. Ағайлердің бірігі балдар тәне алды. Многие не слышали даже. Өкпілейді енді. Да. Остальные говорят, будут обижаться на нас, что мы всем не сказали, да. Ава. Ага. Вот так вот, да, это говорит дерево, ствол, а вот это остальное, это ветки.
А уже вот это маленькие, это листочки. О, казан несут вот. Алла, давайте заходить, кушать. Жугаре куртюк, да, вон, сварился, готов, сейчас будем кушать. Так, Оспан мне показывает дынь. Ого, сколько здесь дынь. Сладкий, боже мой. О, ого, какие огромные дыни. Каракалпакские. Больше нигде таких сладких дынь нет, только в Каракалпаке. Юнгульгун Хаски, пусть это. Ой, молодец, Анара, купал. Угу. Здесь хранятся, видите, дыни. Они такие сладкие, сладкие. О, Успан, не шкило было, да? Килограмм 20. О, 20 килограмм дыни, представляете? Ой, жалком. Ой, 20 килограммов дыни, видите, какая большая. Да, еще с этой стороны. Смотрите, сколько дынь. Это уже один мелкий. Вагон, здесь мелкий. Ого. Вагон. Там целый вагон, да. Украине. Нет, Украине. Ой. Так, сейчас сюда пройду. Опа. Вот, прошла. Еле-еле, посмотрите. И здесь тоже сколько дынь. Это сохраняется. Май месяц будет. А, на следующий год в мае месяце они будут сладкие только. Это они так хранятся, видите, сколько их много. Нет, я не шучу, в Каракалпаке самые вкусные дыни. Я сам сажаю это, дыни. Сам выращивает. Повезем. Сам сеет, сам сажает, сам ухаживает. Вот такие дыни. Оспан, старик. Агын сумен сугарлат. Слебе тамши су го. Ау-ау. Дождевальный го слебе. Да, да, дожди льют. Само собой сущие. Да. Выращивают дыни, арбузы вот по таким арыкам. Течет вода и выращивают они дыни, арбузы. А вот в этом, здесь было много воды, это нас зовут кушать. А вот в этом арыке, я помню себя, когда была маленькая, мы с Айсарой здесь купались. Все время плавали в платьях таких. Здесь купались. Вот так что это все в детстве моем вот такое было. Потеряли. Пока мы снимали дыни, здесь уже все сели кушать. Хаунда цирпай так. Табак-то. Вот так. Джугари куртюк. Джугари куртюк. Да. Карагалпак мили тама. Багана мен дигерман тартып. Джугари куртюк. Ава. Тавук кушу, тавук. Инди жутоктум, жутокта индюка, мясо индюк. Тавук кушу, индюк. Ага, индюк. Дигерман тартып кумдан куртум дайла кушу. Зоя, көрсөт кана кол менен жүү керек. По одному так. Тесто взяли джугарины. Потом вот мясо. Так. Можно картошечку, можно с морковкой. Вот так все руками едят. Барлын көрсеттің. Жарма. Вот так, да. По каракалпакским обычаям после еды дают вот невестке. Спасибо говорят и дают. Старейшины, да, дают. Кто старше, тот и дает. Спасибо. Теперь дыни несут. Самые вкусные каракалпакские дыни несут. Мазал дебай. Вкусно? О, все, дыни несут и несут. Сам попробуй. Сейчас еще покажу дыни. А за зимин, зимин. Покажу еще. Как вкусно едят дыни.
Невестка руки моет, да. Каждому руку моет, да. Руки моет, да.